Так, я привлек ваше внимание, думаю, и коробка больше не нужна. Меня зовут Руслан Хубиев, всем привет. Я записываю этот ролик, потому что я подумал, что, наверное, к 18 тысяч подписчикам... Кстати, спасибо. Спасибо огромное. К 18 тысяч подписчикам нужно, наверное, в случае, если у тебя канал пустует почти месяц, выпускать видео, чтобы люди знали, что ты не умер. Я не умер. Дело в том, что сейчас у нас готовится несколько очень крутых проектов, очень крутецких проектов, которые требуют большого количества времени для подготовки, изучения материала, для этого материала, для написания и для монтажа. Поэтому пока что вот данный период паузы, он оправдан. Он оправдан тем, что готовится. Сейчас готовится нечто очень бомбическое, которое, я надеюсь, выстрелит. Вот. Что еще? Да. А почему не было коробок? Не было камера села, не было твердообзоров и прочего. Все очень просто. Черная пятница. 23 ноября прошла Черная пятница, 23 и дальше. И я был по уши в заказах, по уши в мониторинге и во всем этом. Плюс сейчас немножко с посылками временная пауза по доставке, потому что сейчас болеет Черная пятница, Новый год, таможня навострилась. И готова все это тщательно проверять и делать это куда дольше, чем я ожидал. Вот, собственно, я могу лишь сказать спасибо огромное, что вы здесь, спасибо огромное, что вы еще со мной, что вы следите за каналом, это очень круто. Оставайтесь подписанными, скоро будет очень много крутых вещей, обещаю. А, да, кстати, раз уж я выпустил это видео, все равно можно объявить. Ребят, кто не знает, я делаю стримы, я веду стримы. В свободное от работы время я веду стримы, на которых я играю в игры, которые предлагают мне мои подписчики на Твиче. Суть такая, что сегодня будет стрим по Варкрафту, меня кто-то заказал Варкрафт, и я прохожу кампанию «Третий Варик», ребят. Кампания «Третьего Варика» с чудеснейшими синематиками и прочим. Вот это просто бомбическая вещь. Сегодня стрим будет 9:30. Ссылочка на Twitch в описании, и раньше я стримил на Twitch и на YouTube, сейчас я понял, что не могу, банально не могу разрываться на два чата, поэтому буду стримить только на Твиче, прошу, не обижайтесь на меня, лишний повод пройти по ссылке в описании, подписаться, и там есть даже смайлики, где у меня на голове рогатый единорог. Зачем, я не знаю, но там они есть. Вот, что ж, думаю, на этом все, надеюсь, я прояснил, что по каналу у нас где и как. Да, еще приходите на AvaExpo, я буду там 9-10 числа, я буду переводить Зака Гормана, сценариста комиксов по Рику и Морти, и там вы сможете меня найти, подойти, поболтать. Я с радостью, если я не буду в этот момент занят переводом Зака Гормана, я с радостью с вами поболтаю. Вот, вроде все. Ну что ж, спасибо, что посмотрели, и всех благ.